Дорогие друзья, мы начинаем трансляцию. Это прямая трансляция. Такое кодовое название. Это называется эзотерическая биржа. Давайте мы сейчас вот что рассмотрим с вами. Значит, что такое эзотерическая биржа и что такое биржа вообще? Некоторые презентации я сделал. Меня зовут Майкл Мелехов. Я президент биржевой академии трейдинга DELTIC, официальный партнер компании, одной из крупнейших брокерских корпораций Ninja Trader. Для чего все это происходит? Для того, что... Для меня, как шахматиста, это комбинация. Это работа, это тяжелая работа на бирже. Это ни в коем мере не гэмбл, это ни в коем мере не азартная игра. Это действительно работа. И как в любой комбинации, как в любой шахматной партии, надо быть впереди своего противника на один ход и знать, куда и что это идет, и как это все происходит. Вопрос заключается в том, очень и очень коротко повторю, универсальный закон, который лично я использую, который использую уже много-много лет, более 20 лет в этом подходе, это универсальный, это вселенский закон. Когда-то в 11 веке этот закон был, достался нам, так сказать, наследство. Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, открыл такой последовательность, точнее, закон был, он открыл последовательность, зависимость цифр, чисел, и выяснил, что это расстояние между планетами, выяснил, что это молекула ДНК, выяснилось о том, что все мы знаем, что такое золотое сечение, пропорция, об этом лепил Микеланджело, Леонардо да Винчи, ну, мы все читали книги, это «Да Винчи код» и так далее, и так далее. Короче говоря, этот универсальный закон работает, и как, что странно, и как это не было бы непонятно, это все работает в стак-маркете или в бирже. Вопрос заключается в другом, то есть о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Сейчас я быстренько покажу. Вот, вы все видите на рисунке какой-то график, да? Значит, вот этот график, это график... индекса, который называется S&P 500, и в данном случае это не имеет в принципе никакого значения, потому что сейчас речь идет о других вещах. То есть я расскажу, чтобы было понятно, и очень и очень коротко, а потом мы перейдем к конкретному понятию, почему эзотерическая биржа. Короче говоря, идея заключается вот в чем. Производится... такие, скажем там, проводятся линии между высшей точкой и нижней точкой. Это называется линии поддержки, сопротивления, линии support и resistance по-английски. И эти линии, вот они проведены на графике. И, значит, условно говоря, это коробка здания. В ней нету потолков, нету перегородок, есть только сваи и между ними плиты перекрытия. Все. Идея заключается в том, и закон или правило заключается в том, что как только первый уровень от низу пробит вверх, мы идем к следующему. Пробит вверх, идем к следующему. И мы сейчас это продемонстрируем. То есть это было в ноябре месяце. Просто для примера это можно провести на любом инструменте. То ли это индекс, то ли это фьючерсы, то ли это форекс, любая валютная пара. Поэтому меня как технического аналиста вот это волнует. Меня не волнуют экономические показатели компании, как это все дело происходит. Сиюминутно, да. То есть, если сегодня будет какой-то экономические новости, если сегодня, ну, не знаю, будет цунами, то, естественно, это отразится на движение маркета, но всего лишь временно. То есть, получается, все новости, все какие-то экономические показатели, они уже в этом графике, в этом чарте, они уже есть. Им надо только научиться пользоваться. Вопрос в другом. И сейчас мы к нему подойдем. Это очень и очень интересно. А потом мы отпустим. У меня сейчас на связи очень известный человек, оракул, таролог, парапсихолог, экстрасенс Эльза Хапниковская. Эльза, во-первых, здравствуйте. Давайте я хотел вас представить.
Да, спасибо. Эльза, вот, так сказать, мы с ней договорились, она уделила очень и очень в своем занятом расписании вот этот кусочек времени, который она посвятила. Почему? Потому что, как мы знаем, есть люди, которые имеют способности, которых у нас нет. Их называют, я сейчас говорю об экстрасенсах, это у тех людей, которые обострено восприятие со всех других чувств, которых у нас находятся. Ну, у кого-то, у нас они все есть, но, будем так говорить, в зачаточном состоянии. И к этому надо относиться достаточно серьезно. То есть не надо полагаться полностью, и мы сейчас не полагаемся. То есть, как я это объясняю, существует универсальный закон, вселенский закон. Это законы высшие. На Земле, где мы все живем, установлены законы нами, людьми. Эти законы, без сомнения, надо соблюдать, но эти законы находятся внутри, будем так говорить, высших законов. Вот и все. Нравится, не нравится, верю, не верю, ну, это дело наше. Верить или не верить, соглашаться, не соглашаться, ну и так далее. На этот счет можно очень много говорить, но время в связи с тем, что у меня время больше, у Эльзы время меньше. Я хочу подвести к тому, что вот скомбинировать вот эти два подхода. То есть вот есть универсальный подход. И мы будем сейчас двигаться слева направо. Так? Вот. Мы двигаемся вот к этому уровню. 1887, я вам могу сказать, это условная величина вот этого уровня. Вот здесь наверху находится следующий уровень. То есть если мы пробиваем этот уровень, мы идем сюда. В абсолютных цифрах разница между 1923 и 1887 это 30. 6 поинтов, 35, так? 35 пунктов. Каждый пункт $50. Значит, вот посчитайте, сколько вот тут вот лежит денег, да? Если трейдить, скажем так, один контракт, если трейдить два, то увеличивается, три увеличивается, четыре, ну, понятно, в 4 раза и так далее. То есть вероятность того, что мы тут можем зарабатывать, причем это, еще раз повторю, ни в коей мере не гембл, это работа. То есть мы же можем работать 5 часов и по часовой заработать там $50, $10 в час. Можем работать 10 часов, правильно? Заработать, соответственно, в 2 раза больше, ну и так далее. Вот смотрите, видите, мы пробили этот уровень. Еще раз повторюсь, закон. Вероятность вот этого события, которое вот от одного уровня до другого, 80 и более процентов. Это не только я вычислил, я это экспериментами, значит, подтвердил, но это было до меня давным-давно вычислено. То есть, конечно, мы можем пойти вниз, конечно, мы можем очень сильно проигрывать. А у меня, значит, то есть это часть, так сказать, работы. То есть любой бизнес, это можно назвать бизнесом, он, так сказать, опасен. Никто ничего не гарантирует, но вероятность очень высока, если умело пользоваться этими инструментами. Поэтому, независимо от того, как низко мы пойдем, вероятность того, что мы придем сюда, 80%. Меня интересует другой вопрос. Меня интересует вопрос, вот с этой точки и до... Вот с этой точки, в этой точке. И до этой точки разница, я вам сейчас скажу, сколько? 1902, а тут 882. Вот если мы продолжаем, мы купили здесь, и продолжаем ждать, когда мы придем сюда, то здесь мы проигрываем 20 пунктов или $1000 на одном контракте. На двух – две, на трех – три. Вот теперь у меня вопрос, я этого не знаю. К сожалению, здесь есть две оси. 99,9% всех трейдеров и всех людей обращают внимание только вот на вот эту вертикальную ось и больше ни на какую. На горизонтальную ось никто не обращает внимания, потому что иначе это бы называлось чаша Грааля, Holy Grail. То есть, если бы мы все знали уровни, всем известны, это расчерчивается, так сказать, программа, но нам неизвестно, когда будут развороты. Вот теперь у меня вопрос к астрологам, парапсихологам, к экстрасенсам, к тарологам. То есть же очень просто, теоретически, так? Вот почему мы пришли сюда и пошли вниз? Почему мы здесь был разворот, почему мы пошли вверх? Значит, как я полагаю, есть люди, которым не надо, так сказать, заморачиваться вот этими техническими показателями, разбираться в этих уровнях. Вот эти парапсихологи, они, условно говоря, закрывают глаза, им задаешь вопрос, он говорит, ну, в 11 часов идет вверх, в 10 часов идет вниз и так далее, и так далее. Вот я вам хочу показать одну вещь, которую мы ради эксперимента
договорились сделать сельзой. Значит, я выбрал 5 инструментов. Dow Jones, это индекс Dow Jones, это индекс NASDAQ, это золото, это нефть, это канадский доллар, а это евро. Смотрите, 2 дня, начиная со вторника. Вторник, среда, четверг, пятница. И сегодня, причем это было нам, Эльза сделала вчера, да, в понедельник. Вчера был закрытый маркет, поэтому я не стал в Соединенных Штатах, не работал маркет, а он работал в Европе. Но и Эльза это сделала со своими инструментами, со своими способностями. Не знаю, я не спрашивал, и меня, в общем-то, это не интересует. Моя задача попытаться сделать так, чтобы, ну, знаете, увеличить шансы. Вот шансы могут быть в 10, 20, 50 и так далее. 100 нету шансов. 0, ну, наверное, тоже нету. Но где-то вот между ними где-то есть. Наша задача определить, понимаете, наша задача определить точку входа, так, и точку выхода. Вот самое главное, где определить точку входа. Вот смотрите, я точно знаю, что если мы пробьем этот уровень, я знаю, что мы идем сюда. Вот точно я знаю, что мы идем сюда. Что мы идем к этому. И вероятность, повторюсь, этого события 80%. Но я понятия не имею, где он остановится, как он далеко пойдет вниз, и сколько я буду проигрывать, прежде чем придет сюда. Поэтому я задаю такой вопрос. Так? И вот мы сейчас к этому моменту подойдем. Так? Вот смотрите, видите? Он дошел сюда, я знаю, что он точно идет сюда, но посмотрите, как сильно он начал падать. Значит, вы знаете, я здесь выиграю гораздо меньше, чем я бы здесь буду проигрывать. Посмотрите, как он сильно падает. Но вот если, скажем, условно говоря, астролог или ясновидящая Эльза Хапниковская мне скажет: Майкл, в час дня, в середине дня, 3 февраля. Это же наше время, видите? Это 17-й год. Это наше время. По-моему, да? Или это другой год, я не помню. Ну, сейчас посмотрим. Неважно, не имеет значения. Вот здесь, в этот день, он развернется, то я знаю точно, что он идет вверх, а здесь он будет падать. Я здесь не буду покупать. Почему? Я сэкономлю вот эти вот деньги, которые я бы проиграл. Но я знаю, что он придет сюда. Даже если я покупаю вот здесь, даже если я покупаю здесь, все равно он придет сюда. Повторюсь, 80%. Смотрите, что было у нас. Мы продолжаем сильно-сильно падать. Значит, до тех пор, пока мы не упадем ниже этой точки, мы, тем не менее, идем вверх. Видите? Сейчас я это покажу. Посмотрите, мы пришли к той же самой точке, но мы, друзья, пошли к этой линии. Так? Значит, это, еще раз повторюсь, это, так сказать, предыстория. Мы об этом будем чуть больше говорить, но у Эльзы время ограничено. И вот мы сейчас проведем, так сказать, в реальном времени этот прогноз. Эльза, вы не боитесь о том, что вы будете неправы? Нет? Боитесь, да? Понятно. Ну, все правильно. Дорогие друзья, это все эксперимент. Это все эксперимент, который может быть и неудачным, как мы знаем, для того, чтобы прийти к какому-то... Вот, проводится испытание. Это элементарно просто. Более того, друзья, смотрите. Вот здесь внизу написано, а то я могу не выговорить, как этот Брежнев это слово, кинезиологический тест. Ну, кому это интересно, тот посмотрит, скажем, в интернете, что он означает. Могу вам сказать, что в воскресенье я рассказал об этом проекте одному моему знакомому, очень известный там энергетический там целитель, там человек, который очень интересные вещи делает. Он говорит, вот есть такой тест, давай мы его с тобой сделаем. Я говорю, ну, давай сделаем. И вот мы сделали этот тест. Вот у меня, я не могу вам показать, но у меня лежит лист бумаги, я вам зачитаю. Вот можно свериться, повторюсь, можно свериться с этим. Значит, смотрите, индекс
понедельник идет вверх, золото идет вниз, ойл идет, нефть идет вверх, евро идет вверх, канадский доллар идет вниз. Значит, здесь этого нету. Сейчас мы перейдем ко вторнику, где Эльза уже участвовала в этом процессе. Ну, могу вам сказать, и могу даже показать, и, может, чуть позже покажу, 5 из 5, 5 из 5 были абсолютно точными. То есть, опираясь даже вот на этот тест, кинезиологический тест, я как бы мог в этом деле принимать участие, и, в общем-то, я это делал. Окей, теперь смотрите, сегодня у нас среда, вчера был вторник. Dow Jones два дня может падать, потом два дня расти. Ну, давайте все-таки два дня падать, это вторник и среда. Сегодня у нас среда. То, что будет завтра и послезавтра, посмотрим. Значит, давайте посмотрим, что было Dow Jones, допустим. Так. А потом я вам покажу. Значит, смотрите, давайте мы переключимся сразу на Dow Jones, чтобы не делать новый график. Смотрите, чтобы... Да, это интересно. Вот чтобы не делать, давайте я сделаю 30-минутный график. Значит, вот смотрите. Сегодня у нас какой день? 22 число. Дело в том, что это ночная сессия. Ночная сессия. Так? Дело в том, что это называется Globex. Маркет открывается еще через 2 часа. Официально американский маркет открывается, биржа. Открывается через 2 часа. Но... поскольку существуют часовые пояса, там Австралия и так далее, то Европа, которая уже, естественно, открыта, вы находитесь в Европе, дорогие друзья, в основном, поэтому Лондон, скажем, лондонская биржа открывается, ну, где-то по нашему времени, в час ночи, вот все вот это вот работало. Но еще раз повторю, 21 число, значит, как мы помним, он падает, правильно? Значит, видите, он падает, верно? Он падает. Так? Он, правда, в общем своем положении относительно вот этого дня вырос. Но он падает, правильно? То есть нам надо ориентироваться, еще раз, не брать, какая бы со всем уважением, как у нас говорят в Америке, all due respect, Эльза Хапниковская, ну, действительно, очень известный человек, действительно, точность предсказания, как у Эдгара Кейси, 95%, миллионеры там, у нее там, Эльза, извините, конечно, я шучу, то есть, которых она воспитывает. Ну, вот смотрите, да, универсальный закон. Я наоборот. Вот смотрите, это не я придумал, дорогие друзья, это придумала программа. Программа – это шаблон. Цифры ставлю я. И эти цифры определены, вот видите, 61,8. Будете смеяться, не поверите, но это golden ratio, это золотое сечение, которое работает в маркете. Вот эта цифра 27,2, это работает в маркете. Так? То есть, смотрите, заранее, вот нету этого, да, нету этого уровня. Вот у нас есть вот эта высшая точка. И я знаю, что как только мы пробьем эту точку, я знаю точно, что мы идем сюда. Вероятность, повторюсь, этого события 80 и более процентов. Ну, было бы разумно в этом участвовать, верно? Значит, смотрите, вот в этой точке мы пробили. Значит, в этой точке это покупается и идет сюда. Разница между этими составляет... Ну, на очень коротком промежутке времени, здесь всего 30 минут, да? То есть, что получается? Вот мы пробили, дальше 30 минут, дальше 1 час. За 1 час $175 вот здесь вот лежит, на одном контракте. На двух – в 2 раза больше, на трех – 3 раза больше. Мы сейчас не будем вдаваться в детали, я не буду объяснять, как это все происходит. Это не учебный процесс. Я говорю, как мы можем... Это презентация, то, что называется эзотерическая биржа. Значит, еще раз, возвращаясь к сегодняшнему дню, значит, как нам говорят, да, мой тест. Мой тест говорит вот о чем. Индекс Dow Jones идет вниз. Эльза говорит, идет вниз. Значит, что я делаю? Я делаю sell short. Это термин такой. По-английски это, то есть это на понижение. То есть я считаю, что оно идет вниз. Дальше. Причем интересно, значит, вот смотрите, я вам сейчас покажу одну очень интересную вещь, которую я сегодня сделал, и я даже сделал скриншот.
Я вам сейчас его покажу, этот скриншот, если я его найду, конечно. Вот, если нет, то я вам покажу так, как оно на реальном этом аккаунте. Сейчас я его покажу. Вот скриншот. Какое сегодня число у нас? 22.02.14. Вот смотрите, я сделал скриншот. Так. 4 часа утра. 4.21. 58.25 sell. 57.75 sell. Второй контракт. Третий контракт 57.75 sell. Четвертый контракт 58 sell. И дальше. Buy. Ну, это я до этого сделал sell этого индекса Dow Jones, поскольку, еще раз, я пользуюсь рекомендациями людей, которые обладают определенными способностями, плюс еще тесты. Смотрите, я откупил 57, я откупил 56.75, я откупил обратно 56.50. Не будем вдаваться в детали, но вот три контракта, а здесь 4 было на самом деле, три контракта, в сумме это мне дало, здесь 50, здесь 65, здесь 75, да? В сумме $225 это мне дало на трех контрактах. Значит, время 4.21, 4.32, смотрите, 4.32, 4.32, 18 секунд, так? 4.32, 23 секунды, 4.36. Значит, прошло за это время 3,5 минуты. 3,5 минуты. За 3,5 минуты я заработал $225. Да? Есть смысл этим пользоваться? Что, Лиза? Да, не дурно, нормально. Теперь, окей, это индекс, допустим, индекс Dow Jones. Как я это сделал? Еще раз, давайте переключимся. Давайте переключимся на... Ну, потом мы же будем это все... Это запись же идет, то есть мы это будем смотреть в YouTube. Значит, смотрите, какая вещь. Вот почему я это сделал. Ну, не буду еще раз обучать здесь. Вот у нас здесь существует линия. Так? Вот здесь существует линия. Сейчас мы перейдем конкретно к вопросу Эльзы на засыпку. Вот и как только мы опускаемся сюда, да, я знаю о том, что, не буду об этом еще раз обучать, это для студентов, я знаю, что мы придем вот куда. Значит, вот смотрите. Вот к этому уровню. Как только мы пробиваем вот этот уровень. То есть для меня... Честное слово, испытываю эстетическое удовлетворение, когда эта комбинация, которую я применяю, а если она еще приносит заработки, то почему бы нет? Для меня, повторяю, это шахматная партия, где комбинация, в которой я участвую, и я ее спрогнозировал, эту комбинацию. И это, еще раз, мне не помогали здесь астрологи. Это, так сказать, технические вещи. Вот смотрите, что происходит. Это реальное время, это сегодня. Это время, где я трейдил, видите? Вот здесь я начал продавать. Потому что я уже чувствовал, давление идет вниз, и мы идем вниз, видите? И вот здесь я все откупаю. Видите? Теперь мы идем сюда. То есть мы пробили это. Вот сейчас мы находимся здесь. Это реальное время, это реальный график, это все двигается. Но сейчас нету объемов. Почему? Потому что биржа американская закрыта, это все на глобусе. То есть наша цель сейчас... Вот здесь находится. И у меня здесь стоит ордер. У меня еще остался один контракт, который я в плюсе. Видите, оно двигается. Я уже в нем в плюсе. Так. И могу даже показать. Вот видите? Я сейчас выигрываю 1.50. Вот в реальном времени 1.75. Плюс $87 сейчас выиграю. Но моя задача, видите, buy здесь. Видите? Вот у меня стоит уже ордер на покупку. Видите? То есть я хочу купить вот здесь. То есть если я сейчас оно пойдет вниз, это будет еще плюс $100, а я уже выиграю 87. Короче говоря, еще плюс $187 тому, что я выиграл. Да? Уже до сих пор. Так? Теперь давайте мы переключимся на... Сейчас я это уберу. Окей. Давайте мы сейчас переключимся на золото. Да.
Да, на золото. Так. Смотрите. Золото. Вчерашний день. Вот вчерашний день. Вот мы видим, где у нас вчерашний день. 21 число, правильно? 21 число. Золото будет слабо расти. Это нам говорила Эльза. Правильно? Значит, это было 21 число вчера. Золото будет слабо расти. Ну, оно вот падало ночью, да? Но потом оно стало слабо, опять же, расти. Значит, смотрите, я пользовался этим, но я временно, то есть я начал покупать, но мы шли вниз, вниз, вниз. Видите, и сейчас мы идем достаточно серьезно, мы идем вниз. Нет. Вот реальный график. Вот 22 число. Это было положение на вчерашний день. Значит, вот смотрите, 21 число. 21 число. 9 утра у нас. Биржа открывается в 8 часов. Золото будет расти. Вы представляете? Золото растет. Значит, смотрите, я здесь покупал. Вот в этой точке. Почему? То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что внутри высших законов, вот они, внутри высших законов, Фибоначчи, уровни, вот этот уровень, golden ratio, золотое сечение, это самый важный уровень на Земле, это молекула, повторяю, ДНК, это жизнь на Земле, ну, а это расстояние между светилами. Значит, вот в этом месте я покупаю. Оно опустилось вниз, я временно проигрывал. Но у меня были предсказания или прогнозы Эльзы. У меня был прогноз моего теста кинезиологического. О, ужас, умею выговаривать. И у меня есть реальные графики. Между этой точкой 1228 и между этой точкой 1200 почти 40 это $12. И каждый доллар это 100 в реальных деньгах, допустим, да? Значит, 12 умножить на 100 – 1200. 9 часов утра – 12 часов дня. 3 часа. За 3 часа. То есть о чем идет речь, как я это объясняю в наших, скажем, моих вот, уроках, это просто-напросто приобретение рабочей специальности, которую нам надо для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы делать что-то гораздо более важное. Вот то, что я лично делаю. Понимаете? Вот. Теперь смотрите. Это, так сказать, то, что было эти два дня. Если я сейчас... Ну, давайте, у Эльзы уже немного времени. Давайте мы сейчас посмотрим с нефтью. Да? Давайте посмотрим с нефтью. А, да. Давайте лучше не с нефтью посмотрим, а с канадским долларом. Вот канадский доллар. Значит, канадский доллар. Было у Эльзы написано о том, что канадский доллар сильно падает 21 числа. Вот у нас 21 число. И вот с этой точки, но это уже было конец дня, 21 числа, то есть 13 часов, а биржа закрывает за 2 часа, он стал подниматься вверх. Но тенденция идет вниз. Значит, тенденция идет вниз. Что я делаю? Что я делаю? Я делаю вот что. Я расчерчиваю уровни. И вижу, куда мы идем. Пробивая один уровень, мы идем к следующему. Пробивая один, мы идем к следующему. Пробивая один, мы идем к следующему. Мы его пробили. Это означает что? Это означает то, что мы пробьем и этот уровень. Это означает, что мы идем значительно ниже. То же самое, дорогие друзья, с российскими рублями в отношении с американскими долларами. Кстати, кто смотрит эту программу, может задавать вопросы Эльзе и так далее, как это все происходит. Если мы сможем ответить, пожалуйста, значит, задавайте вопросы. Эльза, у меня к вам другой вопрос. Давайте мы сделаем свежий.
скажем так, свежий анализ другого инструмента. Мы сейчас говорим о бирже, да? Мы сейчас говорим о бирже. Давайте мы с вами посмотрим австралийский доллар, в котором у меня есть позиция. То есть есть такое понятие Форекс. Форекс – это соотношение, это валютный рынок, короче говоря, соотношение валютных пар. Евро к доллару, там, евро к британскому фунту, российский рубль к доллару и так далее. Я делал прогнозы мои, показывал графики, мы знаем, куда идем. Российский рубль будет укрепляться, так что я вас обрадую. Мы должны идти, да, мы должны с российским рублем идти вверх, но временно могут быть, конечно, разные нюансы. В промежутке времени очень большом это временное явление подъема российского рубля. С моей точки зрения, он будет падать значительно ниже, чем даже он был. Но это случится неизвестно когда, так что пока вот можно пользоваться тем, что пользоваться. Да. Значит, давайте мы с вами посмотрим австралийский доллар. Вот у нас сегодня что? Среда. Ну, давайте до конца недели мы просмотрим, а потом я сейчас реально покажу график. Эльза понятия не имеет о том, что сейчас она увидит. А мы, так сказать, в реальном времени услышим прогноз. Ну, вот здесь очень... Я хочу сказать вот еще что. Дело в том, что мы все находимся в материальном теле. Это налагает определенный отпечаток. Мы все чего-то хотим, мы чего-то боимся, мы чего-то мечтаем о чем-то, и мы ко всему привязаны. Вот Будда, он учил не быть привязанным. Ну, что есть, то есть. Но как не быть привязанным к тому, что, допустим, можно потерять много денег? То есть это же очень негативная вещь, как мы сами понимаем. Да. А вот как не быть привязанным к тому, что вот то, что сейчас Эльза скажет, она может быть, скажем, вот карты. Вот расскажите, какой инструмент вы сейчас пользуетесь для того, чтобы определить, куда идет австралийский доллар? Сейчас задам вопрос, как будет себя вести украинский доллар. Биржа еще не открылась на самом деле. Вопрос... Нет, ну, смотрите, вопрос другой. Австралийский доллар трейдится в Австралии. У нас 15 часов разница. У нас, допустим, у вас другая разница с Австралией, да? То есть это получается, что там биржа уже закрыта. Если у нас 6:40 утра, то там плюс 15 часов уже 21:40, правильно? То есть биржа там уже, естественно, закрыта. Но дело не в этом. Мы сейчас говорим о австралийском долларе, которые фьючерсы. А фьючерс – это не сам доллар австралийский по отношению, скажем, к американскому доллару. Это будет трейдиться трейдерами, короче говоря, которые находятся на разных территориях. То есть как только... Вот сейчас он трейдается, видите? В реальном времени оно двигается, оно бегает туда-сюда. Вот только что оно опустилось. Падение, смотрите, 75.96. Падение одной десятитысячной, знаете сколько? 10 долларов. Можете себе представить? То есть одна десятитысячная. Это означает, что тут, в общем-то, серьезные вещи. Я могу сказать, куда мы идем, по моим предсказаниям, но давайте вы ответьте, а потом я вам скажу. Сегодня. Подождите, давайте начнем с сегодняшнего дня.
до сегодня. Мы ориентируемся на все-таки на американскую биржу. Это главная биржа на самом деле во всем мире. На нее все ориентируются, уж по крайней мере, пока. Так. А четверг? Это мы говорим про сегодня, да? А, простите, он сегодня будет чуть-чуть расти, так? Четверг, да, расти и падать. Окей, теперь смотрите, как я буду, как ну, технический аналист, как специалист в этом деле, и 21 год почти я этим занимаюсь, как я буду здесь участвовать в этом процессе. Так? Смотрите, тенденция какова? Я уже сказал, правильно? Тенденция такова. Как только мы пробили последний уровень сверху, видите, нижняя точка, верхняя точка, вот в этом временном промежутке, мы идем к самой нижней точке. Это то, о чем говорит Эльза. Значит, 75-95, 75-70. Разница здесь 0,25. Это $250 на одном контракте. На двух, соответственным образом, 500. Ну, где-то сами посчитайте, чтобы это трейдить. Это технический вопрос. Кто хочет потом задать мне, не хочу там забивать пока этими вещами. Но это на этом промежутке ведь времени, верно ведь? На этом промежутке времени. Но мы находимся в гораздо большем промежутке времени, который характеризуется вот такими линиями. Значит, смотрите, какова ситуация, интересная ситуация. Вот теперь я задам Эльзе следующий вопрос, который уже относится. Дело в том, что можно, так сказать, в этом процессе участвовать как в течение дня, а можно участвовать на долгий срок, то есть на месяц, на два. Держать позицию месяц-два, ну, если позволяет размеры аккаунта. Почему я это говорю? Значит, вот смотрите. Видите, нижняя точка, верхняя точка. Вот первый уровень был здесь, 38,2% падения. И мы его пробили. Что это означает? Это означает, что на большом промежутке времени, несколько месяцев, да, мы идем вот сюда. И вероятность, ребята, этого события очень высока. Но если бы мы вот здесь стали работать на понижение, рассчитываю, что мы придем сюда, поскольку этот уровень ведь пробит. Смотрите, как много мы проиграли бы. Мы проиграли бы очень много. И это очень и очень, конечно, было бы печально. Размеры аккаунта могут нам не позволить. Видите, куда мы дошли? Но пока мы не пробили вот эту верхнюю точку, мы не пробили ее вверх, мы идем вниз. И вероятность этого события гораздо выше, чем вот этого события. Здесь 80%. Поэтому, Эльза, у меня к вам вопрос. Тенденция к понижению, или давайте прямо поставлю вопрос, у вас есть инструмент, на который вы можете ответить. Пойдем ли мы к этому уровню и как скоро? Я вижу, что в течение месяца тенденция больше просто, в течение 3 месяцев откровенное падение. То есть... То есть о чем идет речь, это я уже перевожу, скажем, на тот язык, который может быть непонятен нашим радиослушателям. То есть смотрите, в течение, здесь речь идет о днях всего лишь. То есть вот это вот все было какого числа?
2, 7 февраля, ребят, всего лишь 7 февраля. Вот 7 февраля по 16 февраля всего лишь 9 дней был сумасшедший рост. И, в принципе, я предполагал, что мы пробьем эту точку. И так должно было быть. Но мы почему-то пошли вниз. Теперь, если мы рассчитываем сегодняшний день, то есть до конца недели остается 2 дня, сегодня 3-й день, мы наверняка или почти наверняка придем, пробив... Вот к этой точке мы идем точно. Вот смотрите, 88. Вот если я сейчас сделаю вот здесь sell short, вот здесь вот я сделаю sell short, так, то мой таргет будет здесь. Мы почти до него дошли, но не дошли. А я сейчас на ваших глазах это сделаю. Вот у меня есть... я монитор компьютера, который у меня находится в офисе через TeamViewer. Это мой реальный аккаунт. Я выбираю инструмент 6A в реальном времени. Это не симулятор. И делаю sell short. Мы говорим про австралийский доллар. 75.90. Почему? А, простите, я не то вообще-то говоря показываю вам. Я продолжаю показывать канадский доллар. Давайте мы канадский доллар. Прошу прощения, сейчас мы переключимся на австралийский. Я смотрю разницу. Что у нас с канадским долларом? Вот та же самая, тот же самый вопрос. До конца недели вы уже дали прогноз. Месяц и три, допустим. Но с периодическим ростом, то есть, скажем так, небольшой рост, большее падение. Небольшой рост, большее падение. Да? Ну, как у Ленина было, шаг назад, два шага вперед, да, или где-то там было, я не помню. Тенденция, короче говоря, к понижению, правильно? Окей, переключаемся на австралийский доллар. И что мы здесь видим на австралийском долларе? Австралийский доллар — совсем другая ситуация. Она совершенно неоднозначная. Не можем мы рассматривать какой-то серьезный промежуток времени. Давайте мы рассмотрим ближайший промежуток времени. Вот у нас высшая точка, вот у нас нижняя точка. И мы пробили верхний уровень. С моей точки зрения, технического аналиста, поскольку мы этот уровень пробили, австралийский доллар идет вверх. Он должен идти вверх, с моей точки зрения, и дойти как минимум до этого уровня. И здесь тоже довольно-таки много. Здесь разница другая, 76-77, здесь 77-13. Значит, это сколько? 36 пунктов, умножить на 10 долларов. То есть как потенциал вот здесь такой. Но пойдем ли мы вниз? Вот вы сказали, Эльза, о том, что мы в течение месяца идет какой-то рост, потом все-таки будет падение, правильно? Угу. Ну, сложно здесь, видите, какая здесь у нас. Австралийский доллар по отношению... Дело в том, что это австралийский доллар по отношению к американскому доллару. Вот было какое-то очень серьезное падение. И вот здесь в прошлом году, в декабре месяце, в конце декабря месяца, мы стали расти. И видите, и вот доросли докуда. Много вариантов. Сейчас мы отпустим уже Эльзу, поскольку ей надо собираться. А я дальше продолжу. Вот видите уровень? Он был пробит. Вот здесь был таргет. Теперь мы идем сюда. То есть мое понимание этого, мы идем вверх. Но если мы пробьем вот эту точку, будет сложно тогда на это рассчитывать. Поэтому, скажем так, участвовать в процессе торгов на австралийском долларе опасно. Опасно. Вот здесь было опять golden ratio, видите? Вот, и мы к нему пришли. Вот если мы опускаемся сюда, мы точно идем вниз. Тут даже вопросов нету. Поэтому я буду следить за этим, скажем так. Вот за этим моментом следить. И как только я пробиваю этот уровень, я знаю, что мы идем вниз. Ну, смотрите, это же очень серьезная комбинация. С моей точки зрения,
Мне, не знаю, как кому, это, конечно, не для всех и далеко не для всех. Чтобы я не говорил и не рассказывал, что это не гэмбл, все равно люди будут воспринимать это как гэмбл. Ну, укоренившееся сознание, его трудно, так сказать, перевернуть, потому что мы не допускаем, что мы ошибаемся. К сожалению, это наша беда общая. Я не исключение, кстати, ну, в какой-то степени. Вот. Значит, что еще хотел спросить у вас, Эльза, по поводу все-таки индексов. Индексы – это очень и очень сложная штука. Вот смотрите, индекс Dow Jones, еще раз мы возьмем. Индекс Dow Jones мы возьмем, и мы возьмем график, скажем, дневной график. Вот посмотрите, вот этот дневной график, это так, как он рос. Вы видите? Это был... Уже мы находимся в этом росте на протяжении многих десятилетий. Вот здесь показан 2009 год. Вот. Мы выросли с 4 тысяч, видите, 4 тысячи было, до 20 тысяч и более. Это сумасшедший рост. У меня к вам вопрос такой. Когда остановится рост, да, и когда мы наконец полетим вниз, потому что рано или поздно мы так полетим вниз, что мало не покажется. Ведь катиться под гору всегда легче, чем катиться в гору. Это ж понятно. Где-то на каком-то этапе надо какой-то катализатор. Мы этого, естественно, не хотим, но реальность нашей жизни такова, что, ну, есть взлет и есть падение, и ничто не может продолжаться вечно, скажем так. Вот. Так вот, когда закончится, видите, вот здесь был таргет. Каждый уровень расчерчен, каждый уровень пробит, и каждый уровень пробивается, и дальше идет. Вот по астрологии, могу сразу сказать, не знаю, сходится это или нет, по астрологии до как минимум июня месяца мы не будем серьезно падать. Где-то мы будем падать, но не серьезно, будем так говорить. Что говорят вам ваши инструменты? Ну, видите, друзья, это очень интересно. Эльза понятия не имеет, о чем идет речь здесь, и это самый лучший вариант, который я хотел бы видеть. Потому что беседуешь с астрологом, к примеру, и говоришь, ну, дорогой, уважаемый астролог, скажи, пожалуйста, ты видишь точку разворота? Ну, по картографии, там еще где-то там. Он говорит, ты знаешь, мы сейчас идем в канале. Мы трейдаемся в канале. Вот когда мы пробьем канал, то есть он лезет, с моей точки зрения, вообще на чужую территорию, то это свойственно нам всем людям быть специалистами везде. То есть нам не надо быть специалистами везде, нам надо быть специалистами в одной отрасли. Поэтому где мы трейдаемся, в канале, в каком, на каких уровнях, это моя работа. А ты мне скажи, где будет разворот, если ты можешь сказать. Вот и все. Вот что интересно в примере с Эльзой. Эльза, мы уже заканчиваем, не переживайте, вам надо уже ехать, все, я вас сейчас отпускаю. Что интересно, Эльза, не зная, о чем идет речь, сейчас произносит термины, которые произносят все технические аналисты всего мира. Он действительно очень и очень и очень серьезно термин интересный, перегрет. То есть что-то должно произойти, и очень скоро. Но это будет временное падение. И все это знают. И как только будет падение, все начнут в массовом порядке разворачиваться и идти в другую сторону. Но маркет, что самое интересное, это, как его называют, animal, животное, которое ведет себя совершенно непредсказуемо. А точнее, предсказуемо, потому что всем этим процессом руководят очень и очень серьезные силы. Существуют банки, существуют фонды,
которые все видят, все знают и это все планируют. И очень и очень просто. Этим и объясняется то, что я все время говорю, почему 3% населения владеет 97% богатства этого же населения. Почему? А потому что они, ну, не будем говорить умнее нас, но они имеют инструменты, чтобы нас, так сказать, ну, грубо говоря, обобрать. К сожалению. А мы пытаемся барахтаться и пытаемся что-то такое там еще сделать. Поэтому я лично этого не хочу. Вот я лично не хочу этого. Я лично, проживая на разных территориях мира, да, я могу что-то с чем-то сравнивать. И поэтому я против этого выступаю. Я не хочу, чтобы мне кто-то указывал, как мне что-то делать. Я пользуюсь для этого услугами, ну, во-первых, я сам это изучаю, во-вторых, вот, пожалуйста, Эльза Хопниковская, прошу любить и жаловать. Эльза, огромное спасибо. Так? Да, 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 конечно. Сейчас мы отпускаем Эльзу, а я покажу один график, где был такой человек, он, его уже нету с нами, его звали Брэдли, и он делал модель, математическую, астрономическую модель движения, поскольку, еще раз повторяю, маркет подчиняется законам. В это можно не поверить, но это так. Подчиняется законам универсальным. Вот на основании этого была сделана такая модель. Эльза не оперирует этими инструментами, она видит то, что она видит. Могу вам сказать, что конец июня, 27 примерно число июня, вот в промежутке до 3 июля, это точка разворота, которая, вероятность того, что там будет разворот, составляет 100%. Вы представляете? То есть о чем идет речь? Ну, можно ничего не делать, можно, так скажем, накопить какие-то деньги, вот, и войти в этот вопрос. Ну, конечно, надо все разбираться, а не просто так вслепую взять и, значит, это, на понижение все это делать и резко все продавать. Можно очень серьезно пролететь. Но мы будем общаться на самом деле, потому что внутри больших падений будут какие-то мелкие развороты, естественно. И эти вещи было бы неплохо знать. Эльза, огромное спасибо, да. Это интересно. Я думаю, это и вам интересно было, да? Это интересно, потому что это, еще раз повторяю, казино. Но вот смотрите, там существует огромное количество цифр. Для меня это детский сад, когда человек ставит, давайте мы поставим, ну, красное и черное тут еще можно как-то, да, прогнозировать, вероятность там какая-то, 10 раз выпало это, или там double zero выпало, там, не знаю, сколько раз Монте-Карло выпадало, там, вероятность 1 к миллиону, но это было. Но как можно, расскажите мне, поставить на 35, на 47, на 2, на 5 или на double zero. Ну, как это можно? Это просто, так сказать, удача. Мы в следующий раз поговорим, надо ли полагаться на удачу, поскольку эта карма не всегда, скажем, выигрыш, он, ну, позитивен, несмотря на то, что это выигрыш. Все, спасибо большое, Элиза. Мы прощаемся, да. До свидания. Дорогие друзья, Эльза от нас ушла временно, вот, но мы остаемся здесь. Так, сейчас нам надо закрыть. Эльза, вы должны закрыть, наверное. Да. Так, я сейчас сам закрою. Окей. Хорошо, мы остаемся, значит, мы остаемся в графике. Вот, мы остаемся в этом графике, и давайте продолжим. Кому-то это интересно, значит, анализ. Сейчас будет идти только технический анализ в соответствии, конечно же, с тем, что прогнозы у нас есть. У меня тут очень много графиков. И меня больше всего интересует,
и несколько компьютеров, на котором, кстати, я наблюдаю. Хотелось бы вашу обратную связь все-таки слышать. Как вы на это реагируете? В общем-то, как вы это все видите? И вам это интересно, неинтересно? И что бы вы хотели узнать? Поскольку если люди здесь, в общем-то, смотрят, 5 человек, не знаю, то, наверное, им это интересно. Значит, смотрите, давайте возьмем график золота. Почему золото? Я, если честно, я его так особо никогда не трейдил, потому что, во-первых, он дико дорогой. Вот, он дико дорогой. $1 – это 100, понимаете? А тут скачок может быть $10 элементарно в течение дня, и 20. То есть это 1000 и 2000 идет речь. Давайте мы перезагрузим, да? Значит, сейчас пару секунд. Окей. Значит, вот смотрите. Как я это буду делать? Вот у меня сейчас есть позиция. Значит, есть позиция вот на этом уровне. 36,2 средняя моя позиция. А у нас 38,6. Два контракта. И разница 2,4. Это значит 240 и 240. 480. Вот у меня сейчас есть плюс со вчерашнего дня. Я это все, так сказать, ну, пользуюсь этими самыми, покупал. Вот, значит, вот смотрите. Если видно, конечно, здесь может быть очень мелко. Только на серьезном мониторе. Вот видите, я покупал 36,1. Видите, я покупал 36,1. Дальше я купил еще 36,1. Это было вчера, как только маркет открылся. Вчера вечером Globex открылся. Два контракта я купил. 36,1, 36,1, 36,7 я купил. Три контракта у меня было. И вот я один продал из них. Где я его продал? Вот я его продал. 38. То есть... Ну, просуммировать можно. 36,1 на 38 – это $190, да, вот здесь вот на одном контракте. Вот если я сейчас выйду с двух, а здесь уже цена 38 с чем-то, то я, естественно, получу еще больше. Но, пользуясь тем, что нам говорит Эльза, и то, что говорит мой тест о том, что сегодня золото, сейчас я сверюсь, да, идет вверх, и более того, он пойдет вверх завтра. А что говорит, сейчас, секундочку. Эльза по поводу золота, которое идет завтра. Давайте мы посмотрим. Так, золото слабо расти, день расти. Это получается сегодня. День стагнировать. Это, то есть стоят на одном месте, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, еще раз, туда-сюда, да? А мой тест показывает вверх. День падать. Это пятница. А у меня показано, пятница тоже будет падать. Значит, о чем идет речь? Если у меня стоит контракт, и он уже есть куплен, так, то я не буду его продавать, последний мой контракт, не буду продавать, скорее всего, конечно, до пятницы. В четверг вечером я его буду продавать. Смотрите. Это уже технические вещи. Так. Так. И оно совпадает вот с этой верхней точкой. Вот с этой верхней точкой. Да? Так вот, видите, да? Значит, дальше. Я делаю технический анализ и вот здесь. Давайте я это уберу. То есть это убрал. Еще раз.
Вот мой таргет. То есть, если я увижу, что мы пробиваем 39,9, а тем более здесь 42, я буду покупать опять, и таргет будет здесь. То есть я ставлю эти два контракта, и мой выход будет 2241,4. Так, значит, поэтому это технический, так сказать, показатель. И сейчас я хочу поставить ордер. Еще раз, 1241,4. Ну, давайте мы поставим ордер. 1241,2. На всякий случай, чтобы чуть поменьше это было. То есть я хочу продать вот на этом уровне. Все, у меня стоит ордер, что я буду его продавать. То есть у меня есть два контракта, один из них я продам. Второй я буду продавать здесь. Но самый лучший вариант, конечно, продать вот здесь, выше этой точки, поскольку вот здесь стоят, вот в этой точке, почему-то мы дошли сюда один раз и пошли вниз, второй раз пошли вниз, третий раз пошли вниз. То есть вот тут вот, вот в этой точке, где-то кто-то ставит свои стопы, и рассчитывая, что мы пойдем вниз. Но смотрите, какая вещь интересная. Мы рассматриваем 60 минут. А давайте мы посмотрим другой промежуток времени, который нам скажет гораздо больше, куда мы пойдем. Вот это все ерунда, да? Вот это все мелочи. Давайте мы рассмотрим совсем другой промежуток времени. Вот где-то было золото вот здесь, 1343. Вот давайте мы возьмем точку, эту верхнюю точку и вот эту точку. Смотрите, вот на этом промежутке времени вот этот уровень был пробит, а этот самый важный. Golden Ratio, золотое сечение. То есть вот с этой верхней точки к этой нижней точке вероятность того, что мы пройдем сюда, 80%. 1261. А здесь 1238. Разница 22 пункта. $2200 на одном контракте. Ну, конечно, можем временно идти вниз и можем много проигрывать, да? Окей. Теперь мы посмотрим вот с этой точки. Видите, это была высшая точка за долгий промежуток времени. Эта точка была у нас тогда 7-го, 5-го, то есть 6-го примерно июля прошлого года. И мы проведем ту же самую операцию. Верхняя точка, нижняя точка. Кстати, секреты выдаю полностью. Цвет поменяем. Смотрите, друзья. Вот с этой точки у нас, видите, точка 1261. Но эта точка гораздо более важнее. Нам эта точка-то не нужна уже. Но вы понимаете, какая штука? Они совпали. И этот уровень красный пробит. Куда бы мы ни пошли, как низко бы мы ни полетели, мы идем сюда. Вопрос заключается в другом. Хватает ли у нас денег, чтобы это все держать? Потому что если мы купили один контракт и полетели вниз на $20-30, мы проигрываем время на 2-3 тысячи. А если мы еще добавили, проигрываем значительно больше. Но здесь 1260, 1259 там чем-то. А тут 1238. Если у нас аккаунт позволяет, то мы здесь имеем 2500. И это скорее быстрее произойдет, чем медленнее. То есть, ну, наверное, время, вот опять же надо, у Эльзы, вот она говорила, ну,
или у кого-то другого человека, неважно, есть же много людей, разбирающихся в парапсихологии. Вот. Это будет означать, что мы, что мы придем сюда, а на двух контрактах это 5000. Это, короче говоря, ну, возможность зарабатывать деньги. Я не понимаю, почему к этому надо относиться негативно. Опять же, это не значит, что надо бросать все и заниматься только этим. Но это нам позволяет, видите, еще один уровень. Вот мы сюда пришли. То есть то, что мы сюда идем, то без сомнения, скорее всего, сюда мы идем. Не скорее всего, мы сюда таки, да, идем. Но по времени, да, где-то мы будем вот здесь трейдиться. Поэтому, друзья, это надо делать, с моей точки зрения. В общем-то, я это делаю. Но это все много нюансов, поэтому, конечно, конечно же, надо учиться. Вот, ну, в общем-то, что мы, смотрите, 39,4, так это я уже, получается, 39,4, вот я уже тут выигрываю еще больше, да, я пропустил, пока вот мы тут беседуем, марки 1039, а сколько я говорил, 30, а, нет, еще не дошли до этого, 1239, 1240, 1240. То есть реальная цифра сейчас, сейчас посмотрим. Джесси. 1239,5, 1239,6. Напомню, у меня 1236,3, то есть уже 3 доллара на одном контракте. То есть это на двух это 600, плюс 600 я как бы имею. Смотрите, 41, все, мы прошли, и я уже продался, скорее всего. Видите, один скачок и там. Интересно, интересно, давайте посмотрим. Вот мой этот самый execution. 1241,2, видите? 1241,2. Вот 5 минут, $250, да? Ну, сколько? Когда я об этом сказал? Просто не успел еще купить. А, значит, смотрите график. Давайте посмотрим график наш. Золото. Я сказал, что будет 1200. Вот реальное время, как надо трейдить, правильно? Где у нас график? Вот золото график. Плохо будет видно, но это мой офисный компьютер. Поэтому... Мелко очень. Ну вот смотрите, видите, мы пробили этот уровень, тот, который я там показал, да, пробили этот уровень и пошли вниз, то есть мой ордер экзекьютился, то есть продался, и мы полетели вниз. И сейчас находимся в 1243. То есть у меня, но у меня контракты ведь еще остается, то есть моя цель, вот то, что мы там расчерчивали вот в эти уровни, понимаете, эти уровни. И это очень серьезно. То есть вот здесь могла бы быть покупка 1239,5. То есть пробит этот уровень. Но еще раз повторюсь, это все очень и очень мелко. Давайте посмотрим здесь 15 минут. И как оно было фактически. Здесь нету реального времени. Ну, давайте посмотрим, как оно было. Вот, смотрите, видите? Помните, я показал стрелочку? Мы пришли сюда. Выше этого мы покупаем. В течение минуты, секунд оно прыгнуло сюда и полетело опять вниз. Значит, вот здесь покупка 39,9. Несмотря на то, что у меня уже есть контракт, причем значительно ниже, да? Я здесь предполагаю, что надо было бы купить. Еще раз, потому что мы идем, то, что называется линия поддержки. То есть линия была пробита, видите?
линия была пробита. Это линия сопротивления. И мы сюда падаем. Где бы хотелось купить? Ну, давайте здесь. 1239,1. 1239,1. То есть, зная вот все вот эти вещи, сами понимаете, это очень и очень эффективно. И в этом можно участвовать. Так, ордер. Лимит. 1239,1. Ну вот, как оно происходит все. Да? Окей. Это золото было. Это было золотом. Вот эти индикаторы, они помогают мне в трейдинге. Они помогают в трейдинге. То есть вот здесь был выход, поскольку здесь оно упало вниз. Вот здесь был выход, поскольку оно упало вниз. И мы пошли вверх. Но повторяю, что таргет вот он. Вот здесь уже показана линия, уже думать не надо. То есть я жду, когда индикатор поднимется или сюда, и здесь я буду опять продавать. У меня есть еще на минус, у меня стоит контракт, но тем не менее, я все равно это буду делать. Предполагалось о том, что надо покупать было серебро. Это серебро, это индекс серебра. На 17,8, видите, вот здесь была линия. Это уже заранее была расчерчена. И как бы мы знали, после того, если мы покупаем здесь, то мы идем вверх. Что произошло фактически со вчерашнего дня? Видите? Купили здесь, пошли сюда. Серебро очень дорого, еще дороже, чем золото получается, ну, в реальных цифрах. Поэтому я его не трейдаю. Вот. А вот то, что касательно, многие смотрят за этим. Давайте посмотрим последний индекс, допустим, наш. Да? И мы на этом остановимся. Здесь было показано о том, что если мы пробиваем уровень, мы идем к этому. Оно четко, мы сюда пришли и полетели вниз. Теперь смотрите, что происходит. Это евро и доллар. Это уже Форекс. То есть первый уровень пробит, вот он. Второй уровень пробит, вот он. Третий уровень пробит, вот он. Вот мы идем сюда, к четвертому уровню. Значит, что мы делаем? Мы делаем вот что. Мы делаем вот что. И уровень 1.0480. А сейчас у нас 1.510. Разница... Измеряется пипс, называется. Разница, значит, что получается? 22, 32. 32 пипс – это получается $300, да, на одном стандартном лате, в зависимости от того, сколько мы покупаем. Значит, вероятность этого события очень высока, поэтому. Ну, вот здесь лучше всего продавать. Лучше всего... Вот здесь. То есть мы, как только сюда подскочим, мы делаем sell short и берем профит здесь. Но мы уже показали, что мы идем вверх на реальном аккаунте, переключаясь на Форекс, выбирая инструмент Евро-USD. Я продаю 40 тысяч контрактов. Вот я... А, нет, почему-то здесь у меня market sell. Вот. Значит, я сейчас продал 40 тысяч контрактов. А на самом деле я продал даже 80. 8, уже 80 тысяч контрактов я продал. Окей. Значит, теперь я ставлю ордер на покупку. На 82, да, получается. Ну, на 2 выше, допустим. 81. На 3 пипс выше. Лимит.
81. Я хочу, я уже их делал, sell short, продал, теперь я хочу вот здесь их купить. Хотя мы идем сюда. Buy. Все, ордер у меня стоит 80 тысяч. Значит, если мы сейчас сделаем такую штуку, то вы увидите. Видите? 80 тысяч контрактов. И зелененькая – это плюс. Вот, значит, я здесь выигрываю пока что на этом деле там $10. Каждая единичка – это будет $10. Вот. Ну, вот таким образом это все делается. Почему, что происходит дальше? Давайте 240 минут. Давайте мы посмотрим полностью промежуток времени. Удобно посмотреть. Давайте переключимся на дневной график. Сейчас будет огромное количество. Нет, нет его, да? Вот, дневной график, да? Вот у нас была точка. Это был 2000 год. И наш таргет будет вот здесь. Как мы хотим, не хотим, таргет, мы идем сюда. То есть евро резко пойдет вниз, как и другая валюта по отношению к доллару. Это означает, что доллар будет расти. Вот о чем идет речь. Доллар будет расти по отношению к, ну, практически ко всем валютам. До какого-то момента, пока и сам не рухнет. Ну, в обозримом ближайшем будущем, пока это не прогнозируется, об этом мы спросим у наших эзотериков. То есть сегодня мы все-таки идем вот сюда, вот к этим таргетам, что, в общем-то, я и сделал. Да? То есть я продал на 1, сейчас 0,8, вот я выиграю тут $30 уже за это время. Все, дорогие друзья, я благодарю вас за внимание, за то, что вы были здесь, так сказать, со мной, с нашим человеком, который в этом разбирается, парапсихологом. Где-то моя... Ага, вот она. Прощаюсь с вами. Будут какие-то вопросы, задавайте. Я вижу, пока нету вопросов. Но эта запись будет оставаться пока, во всяком случае, доступна. Ну и дальше захотите спросить, я вам отвечу. Спасибо. Всего доброго. До свидания.